В Ульяновске прошел чемпионат по фигурному катанию среди спортсменов 2009-2019 годов рождения. На лед вышли более 150 спортсменов из разных субъектов страны. 40 из них представили наш регион. Подобные соревнования позволяют фигуристам проявить себя, показать свой уровень. Проявить себя, так сказать, показать, ну, кто к чему готов. Вот. Вообще, каждое соревнование – это такой толчок вперед, чтобы в дальнейшем, может быть, мы увидим, так, так сказать, и олимпийских чемпионов с нашей области. Участники выступали с сольной программой. Зрители увидели исполнение шикарных прыжков, вращений и других ярких элементов. Оценивала выступление судейская бригада из Москвы. Главные критерии – техника исполнения элемента, техника скольжения и представление программы. Вместе со взрослыми и более опытными фигуристами в чемпионате участвовали юные спортсмены, которые только делают свои первые шаги в фигурном катании, причем успешно. Мне понравилось соревнование, сегодня занял первое место и хорошо. Победителей традиционно наградили медалями и памятными подарками. Также призеры получили высшие спортивные разряды. Кирилл Савосин, Герман Баранов, УПРАВДА ТВ.